Три проекта Мирнинского района выиграли в конкурсе президентских грантов. Некоммерческие организации получили денежную поддержку 1 миллион 632 тысячи рублей. Бурятская община «Байкал» проведет игры народов, мастер-классы и соревнования по нардам, шагай-надан, хамыске и другим национальным настолкам. Мирнинское отделение Ассамблеи народов Якутии тоже займется настольной игрой, но деловой. Проекте «Проектируй, играя» поможет представителям целевых групп приобрести навыки проектирования, которые необходимы для подачи заявок на конкурсы грантов. Спортивный клуб парашютистов «Феникс» направит средства грант на полетное время вертолета Ми-8 для прыжков конкурсантов. С 2017 года клуб подготовил почти 2,5 сотни парашютистов. Еще 720 человек прослушали лекции по истории ВДВ, морской пехоте и войск специального назначения.